Здравствуйте, с вами прохождение игры Alien Isolation. Это новая игра 2014 года про чужих. Очень популярная она стала, и мы поехали. Давайте. Да, я не буду. Играем в основную кампанию. Все, начать игру. Средняя сложность. Так, регулировка. Нет. Так. Вот так и да, видно. Идеально. Так, смотрим заставочку. Тихо, чувак, там нету звука. А? Тут, в принципе, беззвучная заставка. А, блин, графон на Майнхант чем-то похож. Ну да, и Майнхант, правда, говно. О, звук появляется. У нас Sega, они хорошие игры делают. Ну, они на приставке делают хорошие игры. Не значит, говоря, не так много. 20th Century Fox. 20th Century Fox. Последнее сообщение с коммерческого бурта Настрома. Говорит лейтенант Эллен Рипли. Хорошо, что субтитры включили. Все остальные члены экипажа. Кейн. Ламберт. Гарри Кейн. Паркер. Рик Маккерт. Скотт Паркер. Брэд. Кори Эш. Брэд Холман. Эш. И капитан Даллас. А зачем так медленно говорить? Погибли. А я жива. Корабль и груз уничтожен. Так медленно говорить-то. Мой челнок должен достичь границы обитаемых миров через 6 недель. Если повезет, меня обнаружат. А сейчас ты где? Видимо, в челноке. Это Рипли. Больше никто не выжил. Да, окей. Конец связи. Alien Isolation. Не знаю, что значит Alien Isolation. Alien это пришельцы. Все, играть-то можно. О, вообще графон бесталый. Угу, нормально как бы. Рипли? Это она, что ли? Да, это Рипли. Я Сэмюэлс из Вейланд-Ютани. Я к вам по делу. Да, мне пофиг. Мы напали на след вашей матери. Вот. Торговый корабль Анисидора обнаружил бортовой самописец. Похоже, что он с Настрома. Где? Поражение есть такие. В системе Дзеты созвездие Серия. Ну, видно, что игра новая. И что на нем? Под норвежку. Мы не знаем. Да. Самописец доставили на станцию Севастополь. Он является собственностью компании, так что мы намерены забрать его как можно скорее. Это постоянно действующий космопорт. Абсолютно. Да, учитывая, что я на среднее поставил. Севастополь да. Это база снабжения. Да знаю я. У меня утре потянуло, просто из-за фрапса лагает. Транспорт есть. Через 2 дня туда отправляется курьерский корабль Торренс. На нем мы и доберемся. Мы? Я и моя коллега. И вы, например. Реально выражение лиц такие довольно, ну, реалистичные. Послушайте, когда я получил это задание, я заглянул в материалы дела. И смотри, эти как, ну, не веснушки, а как... Я знаю, нет, веснушки, что вы продолжаете называют. Работать в секторе, где она пропала. Нет. Черные веснушки, так сказать. Вы ведь ее ищете, правда? Ну, не совсем, но... Жировики. Вот, смотри, я получил разрешение взять вас с собой на Торренс, если пот, захотите. Это просто идеально выглядит, пот. Может, вам станет легче на душе. И глаза идеально. В общем, все, отлично, графа. Проработан. Я не вообще в такой игре подобного типа вообще не играл. Что идеально, они четкие. В космической игре я не играл такой ни разу. Типа на космической станции вообще такого подобного игры не играл. Не, ну если не читать Call of Duty Ghost, где там в самом начале я космонавт и падаю. Я в этот играл как бы на Xbox, забыл как называется, на Т. Том Райдер? Нет. Да нет, там не в космосе. А, Halo 4 его, не на Т. В трусиках. Присигнен. Используйте перемещение, чтобы идти. Спасибо, я войти. Вау. А, худенькая достаточно. Посмотреть Торренс. Цель обновлена. О, какая штука. Нифига, не это... О, прикол, чувак, смотри, полосок-то нет. Смотри, это кровати будущего.
как мне кажется, вообще неудобная. Это не кровати будущее, это чувак в космосе просто такие миниатюрные кровати, чтобы места много не занимали. Так, цель обновлена. Одеться. Так, где у нас тот шкаф? Какой шкаф, чувак? Я. Ну одеться же надо. А мы походим горенькими, ха-ха-ха. Так. Вот тут само все открывает, походу, что-то типа склада одежки. Ну а что, сейчас никто не вышел, какой-нибудь мужик. Где одеваться-то? Вот сюда что ли? Посмотри карту. Да тихо. Вообще управление сюда с тобой не знаем. Душ! Отлично! Так и задумывал. Я думал, это лифт. Я так и задумывал, да, помыться. А можно на середину посмотреть? О, да! Так, ну все, короче, помылись. На карту посмотри, чувак, М, нажми М. Там стандартно на всех играх. Нету. Так, вот. В терминалах можно сохранить игру, если рядом враг. Терминал вас предупредит. Это, наверное, терминал. Вон там было Е. Да, я видел вот этот терминал. Ну давай, сохрани. Да нет врагов сейчас, он меня не предупреждает. Дефибриллятор. Войти в терминал вот. А, ну это типа сохраночка. Сюда. Е открыть, листать, ну Е. Ладно, короче, пофиг. Так. Ку назад. Да, еще надо с управлением учиться. Да, блин, вот это, конечно, самое... Ужасное просто. Не то, что ужасное, а когда снимаешь несколько игр, в каждой игре управление свое. Все время приходится... Воу! Привыкать. Так, я вернулся. Где шкаф-то, алло? Так посмотри в управлении, чувак. Может, там написано, что, где там вызвать карту, еще что-то. Вряд ли здесь карта. Ну, пошли сюда. Смотри, вот я повернул налево. Да, сейчас прямо. Пройдем прямо. А бегать не можешь? Нет. Вот одежда. О! Это наш батискаф. Ой, не батискаф, батискаф, тут то, что опускается. Скафандр. Так, о, сюда идем. Не нет. Сюда. Это, видимо, какой-то шлюз. Мы заходим в С01. Сектор С. С02. Направо поворот есть. Блин, у меня так-то голая тут. Ну ладно, алло. Здорово. Встали пораньше, сами. Встал у него пораньше. Ты, бля, как шутканул-то. Прекрасный корабль. Сдается мне, модель очень похожа на... На Страм. Да, классная. Я до сих пор не одет. Я работал на таких кораблях. Инженер. Знаю. Куда ты смотришь? В глаза. В глаза. Еще не видела. Скажу. Думаю, вам лучше переодеться. Верлин скоро нас позовет. Спасибо. Все, опять делаю потише. Так, цель достигнута, дайте мне новую цель-то. Чувак, тебе нужно одеться, блин. Ну ё-мо, где я тут одежду, ну, что ли, видишь? Ну ты гипертормоз. Просто. Чё здесь одежду видишь? Ну пошлите в сектор 3. Чувак, вызови карту, господи. Пожалуйста, смотри. Настройки. Игра. Схема управления. Ну так тоже можно. Пригнуться, использовать. Все! Чё тут нету? Да мы не можем сохранить. Сейчас найдем. Вот похоже, что телефон. Вот похоже, что путка, да? Опасно. Сейчас сюда, блин, уже закуманился по этому космическому кораблю бродить. А он стрелочки показывает прямо идти. Погоди, не одевает. Да, здесь не открывается эта хрень. Стрелочки, блин, прямо идти. Это стрелочки тем, кто... Чувак, мы по кругу ходим, мы ходили в С01. Я знаю, вот я отсюда вышел, там была дверь, я видел. Ну, направо. Блять, мы с тобой по кругу идем. О, господи! Что за игра? Да я здесь в самом начале был. Да ладно. Одеться, да ё... Покажись хотя бы, как ты выглядишь-то теперь. Кросс одела. Покажи.
Спасибо, да. Цель достигнута, одеться. Так. Какая следующая цель? Ну, иди в командный пункт обратно. К этому дебилу. Пацан один. Попробуй бежать, чувак. Вот, я нажимаю на шейку. Пердох, это как вообще. Так, вот командный пункт. Дрочит там, наверное, стал как увидел, мой. Так. Вот сюда. Здесь мы были. Но я здесь пошел направо, можно налево повернуть. Вот сюда. Да! Мой кореш. Какая-то задумка. Подожди, дай погромче делаем. Трудка какая-то, блин. Эй, я тут. Чувак. Я удивлена, что в компании решили отправить вас с нами. Потеря нашего груза стоила компании больших денег. Нам важно понять, что произошло. Если я ухожу в отчете по вашей причине его исчезновения, начальство будет восторга. Простите, как я бесплатно. Ваши ничего. Надеюсь, мы с вами найдем, что ищем. Да, молодец. Он наверняка уже давно на ногах. Все. Поболтали. Все. Так, давай, веди меня, Тейлор. Ну пошли, Тейлишка. Смотри. А, смешно, ты держишь спиной. Да, я не нажимал, она меня двигала. Себе вот эта наука достигла. Все, я чур за оружие. Так. Че? Так, а есть свободные места? Воу! Надеюсь, вы отдохнули в пути. О, как вовремя. Тихо! Ко мне он попал развалины. На ремонт ушло несколько лет и много денег. Спокойно. Я лучше постою. Вы сказали, мы подходим к Севастополю. Сейчас будет стыковка. Че, в Украину летишь? Ой, в Россию уже теперь. Сейчас я с ним свяжусь и запрошу стыковку. Тихо! Игра не лагает. Спокойно, сейчас все решим. Ладно, что у нас там? Нормуль вроде. Да, вот все. Мы решили проблему. Гениально. Да, действительно, просто чуть понизились характеристики. Да даже с низким все как выглядит. Да, нормально. Пот видно, блин, вообще, блин, первый раз такой. Поп, все только на поте зациклены, да? О! Юпитер, что ли? Походу. А что, солнышко такое маленькое? Далеко просто. Юпитер же далеко, солнце находится. Чё, как? За Меркурием Венера, вижу Землю, дальше Марс. Вот Юпитер и Сатурн, за Ураном, да, Нептун. Ну, Нептун уже не планета. Эй. Но вот эта песенка, всегда ее пойте, чтобы знать, где какая планета находится. Чё, тебе хорошо, да? Да отойди, дай пройти там. Мне-то что надо сделать? Не сесть, что ли, куда-то надо? Давайте сяду. О, это типа моё. Нет, не моё. Не моё. Не моё. Ты не должен никуда садиться. Блин, я пропустил цель. Ну ты красавчик. Чё я тут, блин, колобродил? Дебил. Раздражает. Да ё... Задротерка. Куда пердолить-то? А вот. Ну пошли, чего раз открытый. Да я отсюда пришел. Блин, пропустил задание. На тап нажми. Так. Осмотреть торрент, смотреть корабль до прибытия. Аж говорю, блять, походить надо. И карта на тап тоже. Вот сюда иди, все. Отлично, чувак, иди назад. Нам торрент надо смотреть. Торренс. Нажми на тап, опять нажми на карту. Туда иду? Нет, вот. А не туда иду. Прямо тупо. Да. А где вообще надо эти посмотреть? О, торренс. Нихера пердолить. Самый конец, блин, корабля.
Блять, ну ты мудень. Да, ой, тормоз. Не надо тыкать все клавиши подряд, а то закрыто, алло. Ну нажми еще раз на таб. Я с это место с охранки. Так, поменьше масштаб. Задача смотреть торрент. Смотреть корабль до прибытия. Да вот сюда нам надо, а метку можно как-нибудь? Нет, назад просто иди, чувак. Нахрен сюда шел. Ай, ты тормоз, господи, вот и задротский я тормоз. Я тормоз, конечно. Интересно тогда. Вот, а, ну как всегда. Ходьба! Мы переснимаем игру, называется ходьба. По космическому кораблю. Да, пришел. Так, чуть-чуть прямо. О, какая рубка. А? Все, гениально. Громко. Все гениально. Можно взглянуть. Включи мониторы. Станция Севастополь. Россия, мы тут. Что тут случилось? Ну-ка, приблизь 74-й. Похоже, шлюз вышел из строя. Мы не сможем причалить. Коммерческий борт Торренс, регистрационный номер АК-760. Вызывает диспетчерскую Севастополя. У нас на борту группа из трех человек от компании Вейланд Ютани. Они прибыли за бортовым самописцем корабля Настрома. Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием. Бля, кладает. Похоже, со связью там полная беда, но у Сэмюэльса в скафандре будет радиопередача. Торренс сможет ждать вас здесь не дольше суток, но это все, Макс. Мы вернемся гораздо раньше, капитан. Удачи вам. Спасибо. Приготовиться. Такое, боюсь, не входит в мои обязанности. Вариантов у нас нет. Не бойтесь, просто делайте все, что я скажу. Космос. Открытый космос. Что тут случилось? У них что тут? Война, что ли? Тейлор, вы молодец. Сэмерс, что случилось? Не трогайте его! Тейлор, Рипли, держитесь! Ну офигительно. То есть весь экипаж сдох. С ней, ну в смысле ее. Ее напарники все умерли. Отлично. Оп, с охраночкой. Так, сейчас мы... Я так понимаю, будем узнать, что тут произошло. Так. Тут у нас
опасная ситуация. Зачем она входит и идти, в принципе, в скафандре, собственно говоря? Так. Найти помощь. Скафандр. Я переодел скафандр, якобы. А, я его снял. Все отлично. Так. Да, тут постаралась военная машина. Я так понимаю, раз игра называется Alien, соответственно, какие-нибудь тут так. Да ну ё, где этот терминал-то? А, вот, ну господи, вот это он, блин. О, отлично. Охраночка. Вон. О, пустой корабль. Страхово. Ладно. Сюда мы вышли. Блин, лол, я хожу туда-обратно. Все, обратно. Налево. Вот, что-то тут. Так, там все горит. Блин, куда идти-то? Ладно, попробуем идти прямо. А, прямо нельзя. Ладно. Тогда... Блин, да куда идти-то, а? Ладно, все, почапали. Да, блин. Ну, где эта штука? Надо сохранить еще раз. Так. Да блин, что делать-то вообще? Ладно, пофиг. Так, мы здесь. А куда нам надо идти? Найти помощь в космопорте. И где ее искать? Хорошо. Бежим, бежим, бежим. Ну и вот, два варианта путей. И куда идти, я не понимаю. Ой, ё-моё, ни хрена себе, я тут хожу туда-обратно, блин.
еще не так опасно, как может быть. Ага, вот мы обошли эту штуку. О, отлично. А, видишь, когда дошел далеко? Да, нормально. Оп, ну давайте в терминалчик сохраниться. Не, ну игра прикольная. Папка повреждена. Ладно. Ну ничего, назад не идет. О, назад идем. Ни хрена себе. Ё. Ох ты, как ей хилки-то отняла. Ой. Ни хрена, она падает. Я думал, она падает куда-то, скатывается. А, вон еще уровень ХП, видишь, у нее ХП отнялось. Ничего себе, я тебе сказал, нифига, у нее хилки отнялось. Я потом ты так сказал. О, флайер. То, что надо. Один флайер у тебя есть. Нажать А использовать. Так, R. Погнали. Ой, как ярко-то. Бросить. Куда мне бросить-то? Что-то там было нажать. Ну это бросить, в смысле, а мне надо жить сюда. А вот нажмите S, чтобы посидеть. Пошли. А, я думал, это пластмассы там какие-то. Иначе как аэропорт, блин. Так, так. Тихо, не падай. Тут творится какое-то неладное. Сейчас закачу. Правильно идешь? Не, а неправильно, надо туда идти. Не-не-не. Вот, чувак, отлетательный знак тут нарисован. Ну вот, я на отлетательном знаке почти. Вот сюда падать надо. Вот там что-то. Не упади. А, не, там нельзя. А, вот. Ну, все. Что я сделал? А? Опустил дорожку. А, пучка. Наверх! Ладно, наверх, так наверх. Поднимаемся. Неужели наружу? Какой наружу? Ты что, тут космический корабль? А что, чужие уже были? Нет, я еще не знаю. Что за говно? Хлам какой-то. Хлам. Это, видимо, как в Том Райдере, только там... Там одно. О! Эй, есть тут кто? Ну что ж, предлагаю на этом завершить нашу серию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и группу ВКонтакте. Пока!